Приветствую вас. В силу особенности информации в вопросе я не буду его зачитывать. Вот, просто скажу, что есть определенная проблема с соседями. Ну, во-первых, я думаю, что справедливости ради нужно отметить, что до тех пор, пока вас это не касается, вот, я не думаю, что с этим нужно что-то делать, потому что люди находятся, в принципе, в своем праве. Даже если у них нет, ну, точнее, даже если они вот ведут себя как-то деструктивно, да, все равно люди находятся в своем праве и могут делать, в принципе, все, что они хотят, да, до тех пор, пока не причиняют вред кому бы то ни было, в том числе и вам. Вот. Другой вопрос, если вам уже причиняется вред, вот тут вот уже нужно реагировать соответствующе, да, но реагировать тут нужно, на мой взгляд, опять же, в рамках закона, до тех пор, пока вам никакого фактического вреда не причиняется, то, на мой взгляд, вы не можете как-то реагировать, да и, на мой взгляд, вам и не нужно как-то реагировать. Вот, потому что так вы покажете только то, что вас это задевает, да, вас это как-то беспокоит, и, соответственно, покажете, ну, людям свою слабость, да, вот, а слабость, вот тут что важно, вот слабость нужно уметь выражать, да, потому что если не уметь выражать слабость, то это может обернуться только вот каким-то негативом для вас, и, в общем-то, ничего хорошего из этого вообще не получится, вот. Другой вопрос, чем вас это задевает, вот, это другой вопрос, вот как вас это задевает и чем, вот это очень интересный момент, потому что, значит, если вас это задевает, значит, вы в этом видите, вот, какую-то проблему. И, на мой взгляд, очень важно увидеть, что это за проблема, почему для вас эти люди являются проблемой, и в чем для себя вы видите агрессию. Я ни в коем случае не говорю о том, что вы не правы, ни в коем случае не говорю о том, что агрессии нет, я лишь говорю, что необходимо выяснить все детали, выяснить все аспекты этой ситуации, прежде чем смотреть на как реагировать. Необходимо, на мой взгляд, держать в голове то, что людей вы переделать не сможете, вот, и то, что люди, вот они такие, какие они есть, да, то есть, ну, как бы, ну, хорошие, плохие, они вот такие, они такие, и они не изменятся, люди, вот, они не будут другими. И то, что вы вот реагируете на это, ну, вот так, да, то, что вы реагируете на это вот так, то, что вы обращаете на это внимание,
может свидетельствовать о том, что, ну, вам вот не очень интересна ваша жизнь. То есть, вот, что вы, ну, не очень интересуетесь тем, как живете вы непосредственно, да? А больше вот смотрите на других людей, обращайте внимание на других людей и так далее. Вот, вероятно, вас, ну, как-то может беспокоить и задевать та тема, вот, которую вы поднимаете в своем сообщении, да, то есть вот как-то вас это может беспокоить, то есть вы как-то вот можете, ну, как-то болезненно реагировать на то, что вот, ну, делают люди, да, и прочее. Вот, поэтому, если вы, опять же, если вы сами реагируете как-то на то, что делают люди, то это больше-то проблема не в, ну, не в людях, а это больше проблема в вас, то, что вы так ну, так это воспринимаете. Вот. Поэтому нужно, конечно, здесь все детально разбирать. И как бы, ну, помнить о том, что людей вы не переделаете. Вот. И что, ну, не получится у вас изменить людей до тех пор, да, пока они вот сами как-то довольны тем, как они живут. Вот. Понимаете, да? То есть это вот, ну, такая ситуация действительно неприятное, но тем не менее. Вот. Вот, пожалуй, ну вот такой ответ я могу вам предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вы можете, и вам было бы полезно, ну, как-то подробнее в этом разобраться, да, подробнее в себе разобраться, вот, подробнее поисследовать, вот, что вас беспокоит и чем вас это задевает. И, может быть, вы стали бы более устойчивым к тем моментам, которые вот происходят, потому что, ну, в жизни много людей, которые так или иначе доставляют нам дискомфорт, да, и, ну, никуда от них в этом смысле не деться. Вот, поэтому необходимо вот все-таки отделять свою проблематику, да, от там других людей. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь.